Джаз и немое кино. Известный киевский пианист Алексей Боголюбов продемонстрировал одесской публике, как легендарный фильм «Огни большого города» оживает под звуки современной музыки. С ним общалась наша Ирина Стрибко. Вот так известный джазовый пианист и композитор Алексей Боголюбов импровизирует на фортепиано. Это его саундтрек комедии великого Чарли Чаплина «Огни большого города». Это не просто, что мы смотрим, будем смотреть немое кино, а это еще то, что... То есть современная музыка, которая в реальном времени будет создаваться. То есть это импровизация будет. Я буду являться как бы посредником между залом и фильмом. Вот. То есть что вижу, то и играю. Импровизацию лучшего пианиста современности одесситы ждали с нетерпением. Его музыка входит в многочисленные джазовые и авторские сборники и звучит на фестивалях. Человек, который совмещает свою внутреннюю легкость, он сам по себе человек очень легкий, такой душевный, добрый, с достаточно глубокой и насыщенной интеллектуальной как бы музыкальной манерой, вообще образом музыкального мышления. Обожаю джаз и вот это сочетание черно-белого кино, искусства Чаплина и виртуозного Боголюбова. Я думаю, что это будет здорово. Это превосходный, прекрасный исполнитель, импровизатор. Я с большим удовольствием еще раз его сегодня послушаю. Он будет сопровождать немые киноленты с участием Чарли Чаплина. Будет какой-то сюрприз. Алексей Боголюбов признается, никогда не повторяется, когда сопровождает немое кино фортепианной игрой. Мне кажется, мне гораздо было бы сложнее выучить то, что я сыграл в предыдущий раз. Ну, как бы на самом деле. Во время интервью Алексей рассказал нам, ему проще выразить свои чувства музыкой, а не словами. Вот, например, как пианист видит нашу Одессу. Зрительный зал заполнился полностью. Немое кино в сопровождении современной джазовой музыки дарит только положительную энергию. Ее хватит еще надолго. Ирина Стрибко, Игорь Казанжи, 7 канал.